Сегодня мы будем делать пряничную курочку. Она у нас будет состоять из яйца внутри полое, которое начиним конфетками с сюрпризом, оно будет M&M's. Выпекала я на деревянном яйце, то есть вот оно яйцо, 6,2 у меня длина. Они у меня разного размера, поэтому какое мне нужно, такое выпекаю. Значит, выпечка есть у меня на YouTube в бесплатном доступе, объемные пряники. Там вы можете видеть, как я выпекаю яйца и другие шары. То есть его оборачиваю, вот эту половинку яйца оборачиваю обязательно фольгой, чтобы оно не прилипало. Вот у нас выпеклось оно. Мы ждем, когда оно у нас остынет. Остыло. Мы сняли. Если мы не можем снять, мы подточили и вынули эти деревянные. Все, подгоняем. Если вы видите, где-то немножко у вас деформировалось, подточите пилочкой, наждачкой. Подточили. Вот эта пилка, которой все время я пользуюсь. Она хорошо все снимает. Обработали ее спиртом, и пусть она у вас рабочая, эта пилка будет. Вот, подготовили. Также выпекли мы и гребень, крылья, и хвост. Ну и сережки, вот эти вот, под клювиком-то, которые висят, эти брюльки его. Теперь мы покроем глазурью. Глазурь мы развели мягкую, такую сделали. Гребень и крылья мы покрасим в красный цвет, а хвост и само яйцо мы покрасим в белый. Потом мы посадим на него горох. Он будет у нас в горох. Так вот у нас состояние глазури. И мы начинаем покрывать, значит, хвост мы оставим тоже беленький. С обеих сторон можете на один раз, можете на два раза. Хвостики мы эти все покрыли, теперь мы покрываем само яйцо. Я сразу укладываю на поддон для того, чтобы поставить сушку. Пользуюсь веерной кисточкой.
Все, ставим в сушку при 50 градусах. Вот у нас подсохли эти все детали. Я их подшкурила шкурочкой, наждачкой немножечко подшкурила, состаренный вид сделала. Подставочку я кремовым таким цветом, слегка желтеньким можно. Яйцо у нас тоже высохло. Я здесь прошлась еще этой пилочкой своей волшебной, чтобы они у меня хорошо подходили, эти детальки. Вот они у меня хорошо подходят. Теперь мы их соединим. Но мы их сделаем сюрпризом и положим сюда конфетки. Все, теперь мы подсушим, а потом шкурочкой мы опять пройдем, подшкурим ее. Так, у нас яйцо подсохло уже. Мы его зашкурили шкурочкой, опять же, обработанной спиртом. Зашкурила все эти шовчики, придала бархатистость, обмела кисточкой. И все. Теперь мы можем нанести, прицепить, значит, хвост, значит, опять же, шкурочкой подгоняете, подточили, подогнали, чтобы оно хорошо легло. То же самое с гребнем, гребень то же самое, подогнали. Значит, подставочку я как сделала? Я сделала цветочек, вырезала и внутри по диаметру, чтобы хорошо встало. Можно и на цветочек вот так поставить, оно будет стоять хорошо. А вот сердечко я вырезала сердечко. И когда оно выпеклось, я вынула из духовки, я деревянным яйцом просто в середине вот так немножко прижала. И у меня получилось углубление, на которое можно поставить яйцо, закрепить ее глазурью, и оно будет стоять. Можно так, можно вот так на сердечке. Вот. И начинаем крепить все вот эти вот детали.
чтобы подержать, чтобы она прихватилась. Можно немножко здесь их подточить, чтобы немножко растопыренные. Теперь я подточила и прицепим клювик. Можно его и просто из глазури, из желтой. Но я посажу из пряничка, а потом желтой глазурью я покрою. Наискосочек сточила. Пусть подсохнет, и мы покроем желтенькой. Клювик желтенький сделаем. Наискосочек сделаем. Горошек. Я насадочку полторашку взяла. Здесь можно и без насадочки абсолютно. Я делаю мягкие пики, развела базовую глазурь, покрасила в красный и мягкие пики, чтобы они не торчали. Этим вот отсаживаю.
Теперь оно подсохнет. Мы крылышки посадим. Немножко подточим. Держим, чтобы оно прихватилось. Теперь мы развели такого желто-оранжевого глазури и покроем носик, клювик. Если на один раз мало будет, покройте на два раза. Желтенький, оранжевенький. Теперь мы глазки. Вот такая курочка у нас получилась с сюрпризиком.